старт приемной кампании Новоспасского технологическому техникуму только начался, но желающих поступать уже немало. Несмотря на удаленность, документы подали студенты из Краснодарского края, Московской, Самарской и Саратовской областей. А все благодаря новым специальностям проекта «Профессионалитет». Марсель родился и вырос в Новоспасском. Здесь же хочет получать профессию. В техникуме его подкупило новое современное оснащение и новая специальность агрономия. Тут дом рядом, друзья, знакомые, близкие. Подаю документы на агрономию. Понравилось. Много читал, узнавал про профессию данную и выбрал. Но не только специальностями и техническим оснащением техникум привлекает абитуриентов. Благодаря профессионалитету в учреждении создадут образовательно-производственный кластер. С этого года в образовательной организации будет реализовываться система дуального обучения, по которой студент 30% времени будет получать теоретические знания, остальные 70% – практическую подготовку. Благодаря этому учащийся после окончания выйдет специалистом с опытом. Аналогов такой системы в Ульяновской области пока нет. Во время учебы в нашей образовательной организации они официально трудоустраиваются, они официально получают заработную плату, они обязательно получают социальный пакет от бизнеса. Это как бы в рамках договора дуального обучения. Кроме новых специальностей, в техникуме идет набор по направлениям сварочное дело, поварское и кондитерское дело, ремонт и обслуживание автомобилей, экономика, бухгалтерский учет. В этом году планируется набрать 125 студентов. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.